шарлотка на сковороде. Яйца отделила желтки от белков. К желткам добавила сахар и ванильный сахар. 4 грамма добавляю. Желтки с сахаром взбиваю. Взбила желтки с сахаром и добавляю муку 120 грамм. И все это перемешиваю. Получается вот такая крошка. Чайную ложку разрыхлителя добавляю. Перемешиваю с крошкой. И добавляю половину яблока нарезанного. И тоже все перемешиваю. И теперь добавляю взбитые белки. Постепенно. И на этом этапе добавляю 50 грамм сметаны. Любой жирности. У меня 15%. Это вместо сливочного масла. И снова все перемешиваю. Тесто на шарлотку готово. Сковородку на огонь поставила. Застелила пекарской бумагой. И смазала маслом растительным. На дно выкладываю половинку яблочка нарезанного. И отправляю сюда тесто. Распределяю. Накрываю крышкой. И оставляю на 20 минут на медленном огне. У меня прошло 25 минут. Шарлотка моя стояла на самом медленном огне. И теперь смотрю, что же у меня там получилось. Открываю ее первый раз. Пахнет очень вкусно. По-моему, она у меня уже пропеклась. Да, снизу она уже у меня. И сверху она пропеклась. Оставляю еще на 5 минут. С двух сторон я ее выпекать не буду. Шарлотка моя готова. Выпекалась она у меня ровно 40 минут на очень медленном огне. И теперь я ее выкладываю на блюдо. Ну, какая красивенькая получилась. Вот такая красивенная шарлотка у меня получилась. И это на сковороде. Пробуйте приготовить такую шарлотку. И теперь остается ее попробовать. Она у меня остыла. Я ничем ее не украшаю. Прямо так буду пробовать. Вот такая вот шарлотка получилась. Конечно, она не высокая, не такая, как получается в духовке. Но зато пропеченная. Угу. Очень хорошо пропеклась.